было классно, и наша болельщика было очень много. Спасибо, что приехали, ощущалась поддержка. Как-то было 50 на 50 болельщиков, и болельщики с Эстонии, непередаваемая атмосфера. Вы хорошо слышали, когда шайбу-шайбу кричали? Да, было все слышно. Наши болельщики молодцы, и так продолжайте. Давай немножко об игре поговорим. Что получилось «Спартака», что нет сегодня? Сегодня получилось, наверное, не дать им входить в зону. Среднюю зону закрывали, подкатывались под них. В первом периоде особенно это выходило, во втором не совсем. Большинство у нас забили, но не засчитали. Наверное, реализовывать момент получалось, игра была равная. А так, наверное, еще надо было реализовывать, добавлять, забивать. «Спартак» вел 3-1, все-таки уступил в овертайме. В итоге же он приобрел очко или потерял по такой игре? Да я думаю, наверное, скорее потерял, потому что 3-1 счет был, и мы, наверное, доминировали, а потом дали слабину, и они почувствовали, и игра пошла равная, и они уже в овертайме нас дожали. Согласись, наверное, что «Юкерит» — это одна из самых сильных команд, с кем играл «Спартак» в этом сезоне? Да, она одна из сильных, не спорю, но я не считаю, что мы как-то хуже смотрелись, или было очевидно, что они лучше. Мы играли, я считаю, на равных. Впереди такие же тяжелые игры, надо также даже лучше играть.